Во вторник днем во овраге на улице Новой областного центра обнаружили труп мужчины. Тело с отрубленными конечностями во время планового осмотра труп нашли сотрудники водоканала. Оно было упаковано в полиэтиленовые пакеты. На место немедленно выехали криминалисты и следователи Следственного комитета. Первоочередная цель сейчас – установить личность погибшего. Тело обнаружено, хотя в черте города, но в таком месте, где люди проходят и не обращают внимания, проходят очень редко. То есть во враге, недалеко от забора, садоводческого товарищества, где садовые домики. В ближайшее время будет решен вопрос о вынесении процессуального решения.